Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители. Представлюсь для тех, кто смотрит впервые. Я Тарасов Юрий Владимирович, ведущий специалист компании «Электромб». Мы занимаемся уже почти 10 лет устройством минимизации мощности, позволяющей экономить электроэнергию при установке на вводе сразу на все помещение, на все нагрузки сразу, с любым счетчиком в районе 30%. А если у вас счетчик Меркурий 230 РТ, то с комплектом оборудования можно и до 70% экономить на законных основаниях, абсолютно законных основаниях. Мы используем реактивную составляющую энергии. А за реактивку мы, никто не платит, ни организации, ни физические лица. Ну, мы с вами, так скажем. Так вот, по следам вчерашнего видео я обещал, что я вчера вам показал новую схему подключения минимизатора, то есть схемное решение минимизатора. Вот во вчерашнем видео я вам показал плавный пуск нагрузки, а в этом видео я покажу вам стабилизацию. Вот как она выглядит. Давайте смотреть. Вот у нас новая схема включения, которая состоит из двух тиристоров, встречно-параллельно включенных, и каждый тиристор со своим комплектом двух параллельных лампочек. То есть каждый тиристор управляется самостоятельно в каждой полуволне. То есть они независимы практически друг от друга. Так вот, обычная тенновая нагрузка при включении, она обеспечивается плавным запуском, то есть постепенным нарастанием тока. Но в каком плане? Это особенно актуально для электродвигателя, когда его страгивают с мертвой точки, необходим достаточно большой ток, чтобы он сдвинулся, а после начала вращения ток желательно уменьшить. Да он и сам уменьшается. Поэтому здесь импульс дается, допустим, на электродвигатель для мгновенного строгивания с места, а потом ток автоматически плавно повышается до номинального состояния. Вы и видели это в прошлом видео, плавное включение нагрузки. Сегодня я хочу показать вместо нагрузки теновой в виде чайника конденсаторы. Вот у нас два конденсатора по 100 микрофарад, вольтметр. И вот давайте смотреть. Я включаю конденсатор. И напряжение у нас стабильное. То есть я когда выключаю, напряжение немножко снижается, но оно стабилизируется на номинальном уровне. Я включаю второй конденсатор, и он также на таком же уровне и остается. Идет вот такая стабилизация с миганием. То есть работает в пульсирующем режиме, но тем не менее напряжение стабилизируется и не увеличивается. То есть постоянно идет заряд-разряд конденсатора. Вот такое свойство вот этой схемы – стабилизировать выходное напряжение на нагрузке. Ну, о следующем видео, как говорится, скажем дополнительно. Так, о следующем видео сообщим дополнительно. Заходите на наш сайт, он в описании под любым видео. Там каталог есть, можете посмотреть, ознакомиться. Звоните, пишите, ставьте лайки. И самое главное, не забывайте подписываться. Как говорится, подпишись, а то проиграешь. Так что до следующего видео я покажу вам еще что-то новенькое и интересное. Так что до новых встреч. Не забывайте, подписывайтесь. Пока-пока.